Музон представляет. Привет всем! Психология занимается изучением человеческого поведения и мышления, а организация пространства помогает создать комфортные условия для работы. Как это работает в бизнесе? Мое имя Толхан Искаков. Я психолог и организатор пространства. Смотрите проект «Эксперт» на главном музыкальном. Будет интересно. Рабочее пространство в офисе очень важно. Если вы в найме и хотите подняться по карьерной лестнице, или вы предприниматель или руководитель, который хочет создать дружный коллектив для достижения поставленной цели в бизнесе. Для начала приобретите свое личное, выбранное, любимое кресло, даже если оно не подходит по дизайну к помещению, но очень нравится, и в нем хочется сидеть и отдыхать. Любимое кресло необходимо выбирать самому. Когда у вас есть любимое кресло, которое вы ассоциируете с уютом и отдыхом, оно помогает вам создать позитивное настроение. Это оказывает значительное влияние на ваше психологическое благополучие и эмоциональное состояние. Благодаря ощущению психологического комфорта и индивидуальности мы проявляем большую творческую и мотивационную силу, становясь успешнее в своей работе. Знание и умение организовать пространство позволяет оптимизировать коммуникацию на рабочем месте и создать благоприятную обстановку для эффективной работы. Магия бизнес, кажется, не имеет ничего общего, но стоит немного вглядеться, как замечаешь, что между ними существует тонкая связь. Ведь как талантливый маг создает иллюзию впечатления, так и предприниматель должен сотворять пространство, которое будет притягивать клиентов и вдохновлять своих сотрудников. Магия пространства заключается в том, чтобы создать атмосферу, которая будет гармонично сочетать визуальные, акустические, эмоциональные элементы. Цветовые схемы, освещение, расположение мебели – все это можно использовать, чтобы создать нужное настроение, впечатление на людей, которые вступят на порог вашего бизнеса. Кроме того, пространство должно быть функциональным и удобным для работы. Мебель должна быть расположена таким образом, чтобы облегчить поток движения, обеспечить комфорт и эффективность работы. Психология и организация пространства являются неотъемлемыми элементами успешного бизнеса. Знание психологии и умение организовать пространство позволяет бизнесам создавать условия, которые способствуют повышению производительности и удовлетворенности сотрудников, а также привлечению платежеспособных, лояльных клиентов. Важное значение психологии бизнес-пространства имеет входная зона. Насколько легко добраться, как добраться, насколько легко попасть вовнутрь, есть ли парковки, шлагбаум, другие препятствия? Кто встречает посетителей на входе? Есть ли указатель на входной двери с информацией о компании? Философия бизнес-пространства – это рассмотрение пространства компании с точки зрения того, насколько оно помогает бизнесу проявляться, достигать целей и получать прибыль. Я эксперт, который готов научить вас организовать ваше бизнес-пространство, чтобы оно было удобным, понятным, красивым. Я поделюсь инструментами, которые в кратчайшие сроки помогут вам сделать ваше пространство ресурсным, а значит, более успешным. Вы смотрели проект «Эксперт» с Толхан Искаковой. Смотрите лучший музыкальный каждую неделю и узнавайте больше. На сегодня все. Пока! Ведущая Толкын Искакова.